Друзья, привет! Вы просили сделать какое-нибудь техническое видео, но я не знаю, насколько это техническое видео. Я обрабатываю оливковым, как вы увидели, маслом тиковую поверхность. Применил вот такое средство, как видите. Сейчас вам покажу две поверхности, как это все получилось у меня. Это я отмыл ферри. Это я отмыл уже этой тиковой жидкостью после ферри. Ну, как видите, конечно, разница огромная. Предварительно шлифовал. Здесь, кстати, еще не шлифован, но все равно черные вкрапления грязи здесь имеются. Здесь же все уже более-менее чистенько. Самое главное во всей этой работе — это очки. Не для того, чтобы что-то попало, не дай бог, в глаз, а для того, чтобы защитить глаза от этого слепящего белого цвета, который везде на солнце. Далее. Сейчас мы эту поверхность натираем маслом. Мне посоветовали попользоваться пока оливковое, не покупать никакое дорогостоящее масло. И сейчас вот я уже одну сторону сделал. Сейчас я вам покажу, как это выглядит для сравнения. То есть вот у нас, еще раз показываю, бортовые накладки такие из тика. Промыты сначала ферри, потом промыты жидкостью для блеска тика. А вот это я уже смазал маслом оливковым где-то час назад. Вот пока еще не подсохло, но говорят, это все питается. Вот такая вот красота. Вроде впиталась здесь. Здесь по суше уже стало. Чем занимается? Интересно так с камерой походить. Опа. Ой, мадре мия. О! Только ее точно? Да. Давай. Как-то начать работу. Вот уже прошел час, а масло уже даже не пытается засохнуть, высохнуть. Я вот сейчас думаю, если я помажу сиденье этим маслом, то через сколько они высохнут? Гости придут, что скажут? Да и самому сидеть неудобно. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Уже прошло, наверное, 4 дня после того, как я прооливковил оливковым маслом, покрыл ограждение для пальцев ног. Текстура получилась вот такая вот, темная, практически коричневая. Ну, для ограждения, мне кажется, это очень
неплохо выглядит. Поручни тоже получились темноватые, коричневые. Ну вот, в итоге выглядит все более-менее интересно. В салоне мы решили не обрабатывать оливковым маслом, а решили осветлителем, чтобы было немножко повеселее. Сейчас я вам покажу, как это все получилось. Получился такой красивый светлый тик. И вот я нанес оливковое масло. Как чистите тик вы на яхтах? Напишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был Серж и канал Сережкин Кот. Пока, друзья. On your toes, don't forget the dot the I. Write a little note on your toes, don't forget the dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie.